Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как на часах Amazfit GTS 2 выполнить включение режима энергосбережения. Итак, вначале разблокируем наше устройство и сбросим шторку быстрого доступа вниз. Затем нажимаем на вот такую вот великолепную кнопочку с молнией. И он говорит, что если вы включите режим энергосбережения, часы будут записывать только количество шагов и информацию о сне. Мы говорим «Окей», и все. Отлично. Режим энергосбережения включен. Для выхода из этого режима нужно нажать и удерживать кнопку питания, после чего он, соответственно, из этого режима выйдет. Что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Если понравилась короткая информация, пишите нам об этом в комментариях. До скорых встреч. Всего вам хорошего.